И в Мстиславе за народные гроши обновили Свято-Троицкую церкву, один со стародавних православных приходов города. Теперь это будет духовно-осветницкий центр. Урочистое его открытие запланировано на субботу на 24 вересня. Подея примеркована до областного фестивалю кермашу «Дажинки 2016». Храм у гонор Святой Троицы у Мстиславе побудованы у первой полове 19-го стагодия. Однако апошние годы 70 будинок не належал церкви. У советский час у им были архив, музей и навод склады мясового правтых училища, а потом в огуле пустовал. И вось храм было вырешено обновить. Обратились к жителям города Мстиславля, к жителям Могилевской области, кто земляки наши проживают в других городах, и все люди откликнулись. Уже на сегодняшний день более 2 миллиардов пошло неденоминированных рублей на строительство Троицкой церкви. Восстанавливали по историческим фотографиям, которые были, все восстановлено, как и ранее было. Ранее великая зала храма умещала около 1000 человек. Было принято решение восстановить церковь Троицкую и сделать духовно-просветительский центр. Это даже нам и лучше, потому что будут подготовлены классы для детей, будут лекционные залы. То есть здесь мы можем учить деток и проводить занятия, будут работать преподаватели музыкальной школы с детками. У субботу 24 вересня раницей у стародавнем Мстиславе почнется освящение Свято-Троицкого храма. Татьяна Сергеевич, Виталь Алексеенко, Новини регіон.